в том случае, когда мы выхватываем своим вниманием какие-то предметы и сочиняем композицию, это какое-то вот новаторство. Здесь внутри рождаются какие-то ассоциации, мы следуем за ними, мы сочиняем на основе того, что видим, ну, какую-то композицию. Я часто, когда пишу наброски, вы наверняка заметили, смотришь на фото, ну, модель, ну, какой-то фон там серый. Я выхватываю своим вниманием, опа, где-то там розовое, где-то там синее, где-то красное, и я, или желтое, вношу это, эти цвета в композицию, которой в прямом виде нет. Но это один из подходов.